Помимо классической школьной линейки для воспитанников приюта «Асылташ» проводится еще одна в виде концерта. Ребята готовят различные выступления и конкурсы. В этом году 6 воспитанников приюта пошли в первый класс. Среди них и 7-летний Ратмир. Я хотела пойти в первый класс, потому что меня там ждут знания и друзья. Форму и концтовары удалось закупить с помощью республиканской программы «Помоги собраться в школу». Мама Ратмира подготовила мальчика психологически к переходу в школьную жизнь. В последнее время Айгуль все больше внимания уделяет своему сыну. Скоро мальчик может покинуть стены приюта и вернуться домой. Объясняли, что нужно будет учиться возвращаться, быть более самостоятельным, собираться самому. Не где-то будет мамы постоянно рядом не будет. На сегодняшний день в Асылташе живет около 60 детей до 18 лет, и попадают они сюда из-за тяжелой жизненной ситуации. Кого-то мама и папа временно не могут воспитывать, например, из-за нехватки финансов. Есть те ребята, которые сами убегают из дома после конфликтов с родителями. Но несмотря на это, каждому ребенку нужно устроить праздник ко дню знаний и подготовить его в школу, показав, как важен он для взрослых. Ситуации просто разные, к сожалению, у наших ребят. То есть здесь бывает, что родители, к сожалению, не занимаются не только воспитанием детей, но и вот материально тоже никак не поддерживают. Поэтому здесь с помощью нас, значит, решаются эти вопросы. Впереди этих ребят ждет обучение не только в школе. В самом приюте ежедневно устраиваются различные мастер-классы, работают кружки. С ребятами проводят беседы психологи и воспитатели, чтобы сделать жизнь детей счастливее и приблизить их к своим родителям. Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Новости из Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».